Что купить? Чё? А, свечки купил. Встань. Все-таки решила погреться. Сложно? Илья, ты же иудей. Илья, ты иудей же. Слушай, ты не знаешь, или я иудей, или мусульманин? А, Настя, скажи прикол о Вике. Я, короче, говорю, типа, что? Ну, можешь говорить не шепотом. А почему? Здесь вроде бы на шепоте. Ну, а она сказала, что оставайся одна. Да, но... да, оставайся тут одна, тебя украдут, мы не будем идти. Она побоялась и зашла. Давайте стой, сейчас сотню дам. Подожди.